путешествие от Абхазии до Камчатки можно отправиться, не выезжая из города. В Чебоксарах продолжается гастрономический тур выставки-ярмарки, где собраны лучшие продукты со всей России и из-за рубежа. Я сюда пришла повторно. Первый раз была на открытии выставки. Я уже сейчас готовлюсь к Новому году, купила икру. Ее можно хранить до Нового года. Попробовала домашнюю вырезку, лопатку домашнюю. Очень вкусная, понравилась, я взяла. Тоже на Новый год. Вот я сейчас купила косулю, мясо очень вкусное, но домашние сушки, именно вот такое, какое должно быть мясо, очень приятное, и соль, и специи, все в очень норме. Выбор действительно огромный. Здесь море мясных деликатесов, которых не найдешь в обычном магазине. Для вас мы привезли самые элитные деликатесы Северного Кавказа, из Кубани, из Беларуси. У нас есть шикарная телятинка, у нас есть косуля в чесночной пасте, очень полезнейшее мясо, которое можно употреблять для человека. Есть зайчик с фазаном, это диетический деликатес мясной. Также у нас представлен здесь кабанчик в гранатовом соке. Для любителей добавить остроты в жизнь – абхазские специи и приправы собственного производства. Соусы ткемали из алычи, красная и зеленая аджики и из лучших сортов горького перца. Я, конечно, в предчувствии Нового года пришла сюда, чтобы купить грузинские и абхазские пряности. Выбор великолепный, обслуживание отличное, чувствуется грузинское великодушие, лукавость, острота, ум. И все это непривычно увидеть просто на ярмарке. Сегодня я получила пенсию и решила растранжирить на то, что я люблю и что понравится моим гостям. Это, конечно, кубанские деликатесы, особенно вырезка, ветчина, домашняя колбаса. Великолепно. И это, конечно, рыба Камчатки. Неповторимая кижучья икра, неповторимая пикша, горбуша. Да, в общем-то, все не перечислишь. Но я всем советую, если хотите угодить гостям, любым, если хотите подарить праздник родным, приходите сюда. Но это далеко не все, что можно найти, изучая особенности национальных вкусов. Организаторы советуют поторопиться. До завершения ярмарки остались считанные дни. До 8 декабря ярмарка будет работать в МТВ-центре на 5-м этаже.